Внимание на старт, лошади в боксах. Дан старт четвертой скачки призу Асуана на лошадях 3 лет арабской породы. Скачку повел Стиглер, здесь же Пахисандра, с поля Бакалавр. В правом повороте скачку ведет Стиглер, с просветом сзади Бакалавр, здесь же Пахисандра. В правом повороте скачку ведет Ментимир, с просветом сзади Бакалавр, Пахисандра и Стиглер. Ментимир, Бакалавр, с просветом сзади, голова в голову, Стиглер и Пахисандра. 500 метров пройдено за 41,5 секунды по противоположной прямой Ментимир, Бакалавр, с просветом сзади Стиглер и Пахисандра. Ментимир, Бакалавр, Пахисандра и Стиглер. По противоположной прямой скачка идет без изменений. Ментимир, Бакалавр, Пахисандра, Стиглер. 500 метров пройдено за 41,2 секунды. В левом повороте Ментимир, Бакалавр, Пахисандра, Стиглер. Ментимир, Бакалавр, Пахисандра, Стиглер. Ментимир, Пахисандра, Бакалавр. Пятьсот метров пройдено за 40,3 секунды по финишной прямой. Ментимир, Пахисандра. Ментимир, Пахисандра, Бакалавр. По финишной прямой. Ментимир с большим просветом впереди, Пахисандра, Бакалавр и замыкает Стиглер.